сказала, там какие-то букашки есть. Вот. Чё? Ой, сейчас. Они защищают, чтобы люди их не орвали. Чтобы люди боялись, да? Да. Ну, мы с мамой растут. Ну, уже больно. Угу. Букашки так говорят, да? Нет, чужие. А, это тети так, бабушки так говорят? Да, будут ругать. Ай-яй-яй. Значит, не будем орвать. Да? Малышка совсем. Ты куда ты смотри, говорит, Васян пришел. Куда пошел? Сюда. Я буду бегать. Так. Где-то есть? Ладно, а на кольца пойдет? Девочка. Мне в руках пластилин. Как у нас дома тоже есть пластилин. Мэрим, дашь мальчику поиграть? Или девочка, это девочка? Дашь пластилин? У тебя же много дома. Пусть играет. Я тоже пальцем приберу. Мне много пластилина есть. Баночка. Так пластилин есть. Да. А крышка совсем прозрачная. А вот такой мягенький пластилин. Когда зима была, я взяла камушек, который мы из снега, когда зима была. Когда зима была. Все, побежала. Куда он улетел? Кто? Попугай-то твой? Попугай? Куда улетел? Не знаю. Нет. Ты же сказала куда-то. Куда? Говорит, попугай был, в Африку улетел. Да, когда я маленькая была, говорит, улетел в Африку. Да, маленькая, попугай улетел в Африку. Видите, а мелкий был, так же летал в этих штуках. Я в зуб ударил. Очень больно. Следишь за ним пока, да? Ну, на глазах она у тебя сейчас. Да? Да? Не кушай пластилин. Май.
взяли пацаны. Ай-яй-яй. Мой брат ест. А мой брат кушает пацаны. Это не мой рюкзак, Мэри. Ты думала, это мой? Нет. Да. Все правильно, они не подумали, что там грязно, да? Да. Ты что, говорит, туда рюкзак положила? Я думала, это у мамы рюкзак. У мамы такое тоже есть. А я думала, это ее. Правильно, правильно. А почему ты рюкзак свой не забрала? Папа, у папы мой рюкзак у папы, он увез. Я тебе. Твой? А зачем? Ну жать, ну зачем же? Ты же... Все, ну Перт олд. Улавишь ты? Молодец, умнички девочки, умнички девочки. Иди сюда. Очень внимательная, Солик, очень внимательная девочка, очень заботливая. Смотри, вон там девочка полосатой футболки, видишь? Кто это? Ты же с ней дружила, помнишь? Как зовут? Ясмина. Забыла? Она уже со мной не дружит. А ты подойди, она забыла, может, подойди. Скажи привет, скажи. Ясмина, скажи привет. Нет, это моя лучшая подруга Саня. Лейла, да? Думаю, будет пластилин, я и пью. Лейла станет подружкой, да? Давай, давай. А чё? Ну ты же сказала, с Лилой будешь дружить. Мы когда сказали, подойди к ней, сказала, ты будешь с Лилой дружить. Ну, я хочу, чтобы у меня было два подруги. Две и больше, да? Много-много. Ну ладно. Мои будут мои подружки. Правда, подружки. Да. Вот, видишь, тебя позвали, вон подружку нашла. А ты объясни, как мячик играть. Передавать мячик. Да. Вот мячик. А, Лиля, или герм ладушки, ладушки, или герм? Или герм ладушки, ладушки. Анна? Анна, эй, Леля, ладушки, ладушки.
А ты познакомилась уже с девочкой, да? Как ее зовут? А тебя, а ты сказала, как тебя зовут? Я забыла, как тебя зовут. Как тебя зовут? Да. Птица. Летает вокруг. Все, за голову держись. Не так крепко.